Сейчас, погоди секунду, я выживалку. Ну, что-нибудь схаваю, возьму себе похавать. Окей, давай. Это Удали это просто, в потом. мой бизнес лезут, а? Удали. Удали это потом. Что? Еду. А, еду? А зачем? Чтобы было. Я же буду немым. Ну, в этом смысл, это выживание. Выживание. Удаляй! Читу. Дай похавать. Я же тебе буду говорить, что делать, нет? Ну так это мы выживание, это выживание, обычное выживание, все нормально, брат. Давай. А, ну короче, я тебе загадал задание, вот, и сейчас, короче, ну ты там приветствуйся, я и скажи, типа, Слава, поздоровайся, и я просто, типа, на тебя посмотрю, типа, ну и ты там уже объясняй. Давай, давай, давай. Йоу, всем привет, ребят, с вами Херит, и сегодня со мной Слава Корби, поздоровайся. В общем, смысл в том, что я его сегодня заткну. Он будет молчать больше, чем половину ролика. А почему? А потому что мы немножко посидели на американском ютубе и нашли очень интересную тему для ролика. Короче, один из нас будет немым. И он должен объяснить, что мы должны сделать. Это как челлендж. То есть Слава сейчас придумал какую-то для меня задачу, и он должен объяснить, как я что-то должен выполнить. Я как-то очень забутовно объясняю, но я думаю, вы понимаете. Но прикол в том, что он совершенно не может говорить. Только кивать. Вот, Слава, вот скажи, ты дебил? Вот, если ты промолчишь, ты не дебил. Сюда. Сюда. Давай, начинай, начинай. Что мы должны сделать? Это как-то связано с обычным миром? Угу. Угу. Кого-то убить. Нет? Ну, типа, и да, и нет. Ага. Надо убить какого-то мирного моба? Ну, убить это конечное что-то? Не подходи ко мне. Нет, нет. Я не понимаю, Слава, ты больной, по-моему. Вообще не представляю, что Слава задумал. Как бы, если вы понимаете, что отпишите в комментарии, потому что я вообще ничего не понимаю. Вот я, в принципе, Славу очень мало понимал. Так, давай я хотя бы еду себе добуду, потому что мы как бы издохнуть можем так. А, я курицу убил, это как-то надо? И да, и нет? Хорошо, пошли. Яйцо. Надо выбить яйцо? Ты понимаешь, сколько лет мы на это потратим? Ё-моё, да она не сносит яйца. О! 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 Как ты это сделал? Легчайше, ё-моё, ты лагаешь, конечно. Ну, микрофон у тебя фонит немножко. Но это легчайше. Не... Это просто, это легчайше, это легчайше. Ну, слушай, ты, конечно, молодец, но это как бы чизерство, да, что я тебе скинул яйцо? Да нет, почему? Ну, короче, ты молодец, и, ну, получается, да, красава. Ну, получается, мой челлендж следующий, погнали. Ну, чё не мой, ну, скажи там, как дела у тебя там, ну, и все такое. Ну, короче, ладно, в принципе, как и всегда, ну, что мне нужно сделать? Может, кого-то убить, может быть, тоже выбить какое-нибудь, я не знаю, яйцо какое-нибудь сломать об голову, я хрен знает, нет? Так, ладно, может быть, мне нужно закопать тебя? Блин, нет, ну, посмотрим. Чё ты меня бьёшь? Мне нужно кого-то... Ага, идти туда, я понял. Здесь я вижу коровок, и у неё есть... Вымя, короче. Нужно... Мне нужно вымя. Ладно, убить, может быть, коровку, упаси бог. Ну, ты, надеюсь, в чате не пишешь? Нет, хорошо. Так, может, ты в деревню какую-то меня ведешь? Я не знаю, есть? В деревню, опа-на, ну, это было очевидно. Это какое-нибудь железо найти. Я сейчас посмотрю, что тут у нас есть. У нас есть березовая роща. Угу. Ну, слушай, либо в канаву, либо в речку. Куда пойдем? Подожди, Хрейт, что это такое? Может быть, вот сюда нам надо? Вот, ты поплавай там. Вот. Ладно, не удалось. Ну ладно, побежали. Подожди. Может быть, такой есть шанс, что ты загадал мне выбить гравий и... Ой, какой гравий этот? Ну, для огнива нужна вот эта вот штука. Я забыл, как она называется. Так, ну я... Да?
Да ты смеешься. Серьезно? Огниво нужно скрафтить или нужно ту хрень добыть? Подожди, а что там? Это что? Зайди-ка туда, пожалуйста. А, ладно, не заскамил тебя. Но все равно я... Ой. Эй, Рэй. О, нифига ты спасся. Ладно, все, пошли. Да ну его нафиг, я пойду добывать себе ресурсы и выживать в Майнкрафте, да, Харрит? Пойдем, пойдем, пойдем выживать в Майнкрафте. Пойдем сломаем нам. Вот. Да, что ты делаешь? Да я хочу инструмент себе скрафтить, и все, подожди секунду, ну. Так. Дубовое дерево. Дубовое. Да ладно, все, иду, иду. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Подожди, я уже на спринте не могу бежать. Тут... Помилуй, да помилуй. 3 хп, ну смотри, давай я так буду, хорошо. Как тебе, вот так нравится, да? О, да все, 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 хватит. Окей, сырая свинина, ну, ладно, бывали времена и похуже. О, флозер, здорово. Да хорошо, иду я, ну. Да, у меня 1 хп, сейчас ты убьешь ты меня? 1 хп, 1 хп. Половин. Я думал, ты шутишь. Да, конечно, шучу. Мы проиграли. Да, в смысле, серьезно? Да. Морковку надо было съесть, понимаешь, морковку. Ладно, так, давай уже все реально ближе к теме. Слава, Слава, Слава. Это челлендж в Майнкрафте? А чё? Вниз попуститься? Я не понимаю, что ты хочешь от меня? Так, нифига не вижу. Подожди. Чего ты от меня хочешь? Объясняй попонятней. Не бей меня. Убить тебя? Убить меня? Копаться вниз? Так я спрашиваю, опуститься вниз или не опускаться? Ты говоришь нет. Ну, заброшенная шахта, вижу, и чё? Нам туда, правильно? Нам туда вообще не нужно, в ту сторону. Окей, хорошо. А чё? Куда ты тыкаешь? Вода там. Да не бей ты меня, у меня еды нет. То есть, нам туда не нужно, но ты меня туда тыкаешь. Пошли, пошли. А, там паутина? А чё там? Хорошо, пошли туда без проблем. Давай, пошли. Чё за челлендж был? Ну, в самом начале ты же сказал, кого-то убить. Я тебе клацаю на крипера, почему ты забыл? Ты же с самого начала определил, что кого-то убить. О, я, кстати, алмазы нашел. Повезло, повезло. Нифига себе.